Привет всем. Здорово, здорово. Я опять забыл. Я забыл про то, что я представляю. Ну, сегодня у нас, да, Battle Teams 2. Сегодня я сейчас играю в Battle Teams 2. Сразу предупреждаю, что в любой момент у меня вот этот вот дурацкий, ладно, извини, компьютер. Прости меня, пожалуйста. Нет, хороший мой компьютер, но в любой момент он может вылететь, поэтому я предупреждаю, что в любой момент у меня может прекратиться игра. Так, и я представляю, как всегда, свои картины. Я же художник, да, поэтому представляю. О, вот это вот прекрасное. Блин, я прям первую попавшуюся. Вот, давайте я первую попавшуюся, да, покажу вам картинку, ну, которую просто я не сильно подготовился. Смотрите, картинка называется «Две ели». Блин, под звук Battle Teams 2. Под звук Battle Teams 2 я вам представляю свою картинку «Две ели». Сейчас я уберу свое изображение, да. Вот, смотрите, вот такая вот прекрасная зимняя картинка. Размером она у нас 50 на 40. Вон она висит у нас на стене. Очень красивая, в раме оформлена. Холст масло, как я уже рассказывал, говорил. Ой, да, надо вот и вот эти вот надо убрать, чтобы нас не видно было, да? Что у нас там, блин? Вот это вот, да, убрать. Медиа всякие. Да? И статистику берем, да, вот чтобы вот так вот было видно. Вот чтобы было видно ту картинку. Вот это моя картина. Написано маслом, маслом на холсте. Вот, ага. Ой. Ой-ой-ой. Погодьте, погодьте, погодьте. У меня тут что-то. Не, нормально, нормально все. Нет. Ага, все. Все. Дисплей. Все, я думаю, у меня изображение тут плавает, да? А, ну вот, давайте вот так вот, чтобы рассказать. Вот так вот немножечко себя уберу. Вот, вот она, эта картинка моя. Написана маслом, масляными красками на холсте, на подрамнике, оформлена в раму, размер 50 на 40. Это, ну, деревня. Я не знаю, всем знакомый мотив, наверное, да, такое состояние. Это написано, по-моему, даже 1 или 2 января. Надо ездили, справляли Новый год у знакомых там компашкой бухали, пили. Представляете? И вот такой вот я с похмелья написал вот такую вот картинку. Точнее, написано с этюда. Так что, если кому-то интересно, если кто-то хочет приобрести и украсить ею свой дом, пожалуйста, ребята, покупайте и оставляйте свои предложения в комментариях. Обязательно обсудим, пишите мне ВКонтакте. Вот, и жду от вас предложений. Ну, художник мечтает продавать свои картины и жить на живописи. А сейчас мы продолжаем. Продолжаем мы. У нас Battle Teams 2. Вот, продолжаем стримить. Раз, два, три, четыре, пять. Продолжаем мы стримать. И опять же предупреждаю, в любой момент могу я нечаянно вылететь. И за это сразу, ой, заранее извиняюсь. Ой, что это такое? Что-то у меня такое, так. Ага. Все, поехали. Все, поправили. И Battle Teams 2. Давно я тут не был. У нас тут. Я опять тут виповский мальчик. Так, и что у нас тут? О, сколько у нас сразу денег. Я в VIP-статусе. Я даже не просто в VIP-статусе, я VIP плюс. Так, о, 3,7. Блин, везде поражение, смотрите. Блин, да что ж такое-то? Почему такая хреновая у меня статистика? Почему я поражаюсь-то? 15,4! Это как я так умудрился-то? Нифига себе. Это же где я настрелял-то? Это на поместье? Это в поместье так настрелял? Красава. Молодец. Так, события. Что у нас по событиям? Что у нас тут? Событие. Какое событие? У! Награды. Забрать. Собираем. Воу! Ним-ним! А это третий день. Во время событий вы будете получать награды за ежедневный вход в игру. Параллельно откроется доступ к чему? К чему? К чему? К особым предложениям. Да? Как интересненько. Особые предложения? И чего? И что за особые предложения? Купить. А, вот здесь это типа покупать эти. Не, мы оставим живые денежки пока. Мы не будем пока особо предлагать. Раз, два, три, четыре, пять. Так, 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 так. Ну что, ой. Ну что, побежали мы стрелять. Раз, два, три, четыре, пять.
Ага. Ну, периодически, блин, я вот, зря я закрыл, да? Наверное, зря я закрыл вот эти вот виели. Я, наверное, буду периодически их открывать и показывать вам, кому интересно. Опять же, ребята, кому интересно, будут заходить и смотреть. И так, что у нас тут? Прекрасно. Прекрасно. Вроде со звуком все нормально. Не знаю, там эхо, не эхо, блин. Нет. Да не должно быть эхо. Нормально. Так, все, поехали. Поехали стрелять. А еще чего у нас тут забрать? Ежедневное задание. Блин, убить 3 врагов подряд. Подряд убить 15 врагов, помочь убить 5 врагов, 2 матча. Командный бой. О, КБ 2 матча. А сыграть 2 матча. Но почему-то написано 0 из 3. Вот меня каждый раз это удивляет, блин. Я вообще не понял. Не понял я эту хрень. Так, трофеи. Забираем трофеи. Да, здесь лимит достигнут уже. Блин, мы можем. Во, у меня 2000. Ребята, покупаем кейс Арсенал. Здравствуй, кейс Арсенал. Блин. Че? А я не понял. А где эти? А где те пушки красивые? Это что за хрень? Слушайте, какая херня со всякими этими коллапсами, блин. Господи, всякое вот это вот ПВЕ, блин, дохерище, блин, с его. Ну, ненавижу ПВЕ. Ненавижу ПВЕ. И все? И это, блин, ребят, ну это не серьезно. А у меня, я даже 10 не могу купить кейсов. А давай 10, может я в процессе куплю 10 потом. Да, давай, а потом я 10 куплю и открою сразу 10. Точно. Еще в процессе, наверное, придется все-таки какие-то там. Я так думаю, да? Так, и я знаете, что хочу? Я все-таки хочу, блин, попробовать вот это вот, блин, пострелять с коллиматорным и голографическим. Не знаю. Ну давайте попробуем. Попробуем. Говорят вроде, что это самое лучшее, да, самое идеальное. О, блин. Ай-яй, блин, ай-яй-яй-яй-яй. Да, эпическая сила, блин. Ладно, потом положу сюда еще другое какое-нибудь оружие. Блин, Скарбеладонна, бляха-муха, я же хотел. Так, штурмовая. Я сюда хотел эту положить. КБЗ холод, да? Сюда выбрать. И КБЗ холод тоже ей поставить. Давай коллиматорная. Да? КБЗ холод. И сюда выбрать марксманскую. Марксманская какая у нас тут? СГ. Ага, ВСМ. Вот ВСМ-ка. ВСМ-ка прекрасно. Пистолет? Блин! Да что ты? Гранаты. Да, термитная. Выбрать термитную. Дымовая. Выбрать. И штурмовая. Выбрать. Все, плюх-плюх-плюх. Вроде на это. Пистолет. Ну давай, ладно, какой. Да пофигу, какой пистолет. Да, холодная, тоже пофигу. Давай топорик, ладно. Топорик, топорик, жук-жук, с таким звуком, блин. Прям быстрее, ё-моё, прям. Так, стой, еще кое-что мы тут забыли. Да, забыли мы тут рекламку, блин. Да, я постоянно кидаю рекламку, постоянно кидаю у себя в игре рекламку. Консоль Сэм. Да. Музычка, музычка, музычка. Так, побежали. И здесь мы что выберем сюда? Я забыл, что мы из штурмовых сюда хотели поставить. Да, циклон, М-ку, блин. М-кой пострелять, да? Такой, золотой? Где моя золотая М-ка? Где золотая М-ка? ФНФАЛ. Кстати, а я ФНФАЛ выбрал, нет? ФНФАЛ. Ну-ка, стой, я буду ФНФАЛом хотел пострелять. Где у нас ФНФАЛ? ФНФАЛ. Блин, пофигу, генерал, федерал. Ну давай ФНФАЛ выберем.
Давай, давай. И оружейная, и прицел тут. Давай, коллиматорный. Здесь у нас емкость магазина. Так, вот это вот мы выбираем ствол. Горизонтально, вертикально. Прекрасно. Мы так и хотели. Стабилизация при прицеливании. Именно так и хотел. Вертикально. Именно так и хотел. Штурмовая стабилизация при прицеливании. Именно так и хотел. Так. Выбрать. И у нас, блин, сплошные маркманские СГ. СГ-550 я уже выбрал. Матрица ЕБР-ку уже выбрал. ЕВР-ка, блин. ЕВР-ка. Неприлично звучит. ЕБР-ка. Типа тоже выбрал. Ну давай, блин. Я не знаю, давай еще ЕБР-ку, что ли, давай. Давай ЕБР-ку. Давай. Давай ЕБР-ку. ЕБР-ку. Так, что у нас тут вертикальная? Так, стабилизация магазин. Стабилизация при прицеливании. И, блин, скорость прицеливания. Ух ты, стабилизация при прицеливании. Так, назад. Выбрать. Так, выбрал. И сюда тоже пистолетик. Какой пистолетик? Да пофигу какой, да, опять же. Опять же, пофигу. Это выбрать. Блин, я топорик вроде выбрал, да? Ну давай вот такую куплю. Давай. И сюда выбрать термитную. А, обязательно термитную. Просто здесь и непременно термитную. Дымовые тоже добавляем. Дымку нам добавьте, блин. И. Световые закончились. Ну и хрен с ним. Так, привет, привет. О, привет, привет, Снегвичок. Слушай, завтра у меня будет CSGO-шка, а может быть сегодня поздно вечером. Если мы с Аленкой нагуляемся, она мне разрешит поиграть, то сегодня поздно вечером тоже будет. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, это что такое? Да? Ой, 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 нет, не будем. Не будем VIP-статусы всякие покупать. Нет, мы просто будем играть. Да, ладно, побежали. Побежали, просто побежали в лобби. Лобби классика. А лобби классика, что у нас? А есть у нас кто-нибудь в компашке-то? А друзья? Ой, а никого нету? Ху, друзей нету, блин. Да, кстати, в клан видел ты? Стим ФКС вроде заходил в 17:30. Не, просто Стим обновлялся. Стим обновлялся, просто да, в Стим зашел. А так пока не заходил, но завтра обязательно буду. Если сегодня, не сегодня вечером, не сегодня поздно вечером, то завтра прям обязательно. Так, ну что, командная, да? Давайте. Давай. Так, и оружейку мы будем сейчас не со старым Голодона, а вот с, да, КБЗ-ку вот эту вот будем учиться стрелять вот с этой КБЗ-ки сегодня. И потом, когда у нас 2400К наберется, я буду, блин, крутить кейс Арсенал. А что ты БТ-2 не играешь? М? Тебе что, БТ-2 чем-то не нравится? Играл вообще в нее БТ-2? Блин, классная игруха, между прочим. Мне, например, очень нравится. Мне прям заходит-призаходит. Вот. Я говорю, я даже как бы больше всех, на самом деле, на данный момент существующих шутеров она мне нравится, БТ-2. Даже не знаю почему. Кстати, подожди, а что у нас участники? Алекс Малер, Варечка, Алекс Малер, Стрелок, Варечка, Леночек. Леночек. Что Леночек? Леночек, Леночек, Леночек. Да, блин, там он, да там не этот. Ты приедешь мною? Да, я всегда твою брежу, Аленка. Я бредюн твой. Battle Teams установил, го с тобой сыграю. Давай. Давай. Не, классная. Единственное, что говорю, блин, то что ПВЕ вот это вот долбогребаное, блин, зараза. Да ну нафиг, они заколебали. Вот теперь будут теперь с этим носиться, с этим ПВЕ тут. Из-за этого никаких вот этих там обновлений, дополнений на Командный другие бой. нифига не происходит, блин. Так. Так, Сюрприз! пошли. Привет, привет. Прикрываю. Да, ой, это кто там такой кричит? Это кто у нас такой прикрывает? Враг неподалеку.
Отлично! Продолжайте атаковать! Твою мать, блин, ну ни хрена, у меня все-таки бляха-муха. Не знаю. Мне попали. Вот как буду... они, блин, из этих умудрились. Да, снова сдох комп. Снова этот долбанный, блин. Пиздец. Я не знаю, сейчас, насколько сейчас хватит. Прошлый раз полтора часа все-таки стримил. Сейчас сколько там? На 16 минут хватило? Слушай, а вроде трансляция как бы не прерывает, да? Бля, крындец нахрен, блин. Ну, это просто крындец полный, блин. Не успел зайти, не успел поиграть, блин. Не, ну CSGO-то можно на старом поиграть. Он вроде хорошо на старом идет, CSGO. Завтра, если что, поиграю. Да. Вот такая вот моя радость. Я говорю, техника меня не любит. Техника меня не просто не любит, техника меня ненавидит. Ненавидит меня техника. Пиздец просто. Просто полный пиздец. Вот. Ну ладно. Сейчас, если ездить, сейчас опять может нахрен вылететь. Сволочь, блин. Вот и постреляли, вот и поиграли. Блин, обидно, просто вообще до невозможности. Хотел получить крутой комп, блин. Кстати, почему у меня старый БТ-2 не тянет, я вообще не понимаю, блин. Я же на нем стримил Battle Team 2. Стримил ZBT, стримил, почему сейчас ее не тянет, вообще не врубаюсь. Да? Что за фигня там? Вот такое вот гадство у нас. Да, это, как говорится, истерический смех от неизбежности. Как говорится, положение. Если не можешь, да, поражу будет легче. Если не можешь ничего изменить, да, ситуация. Посмейся, может быть, будет легче. Ну давай, 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 давай. Ну давай по-быстрому, да? Попробуем начать опять матч. Крыдец, 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 крыдец. Отбьется в истерике от смеха, блядь. Ай, крыдец, красота. Просто крыдец полный, блядь. Не знаю, ребята говорят, что-то надо хрену знать. Я, правда, не знаю, как делать. Да сейчас пока нет, мы на даче пропадаем очень много времени. Поэтому... Поэтому... Ух, кстати, Аленка, что-то у нас надо зайти в этот... МТС. Что-то у нас там роутер МТС, блин, не тянет, не дает интернет. Не знаю почему. Вот, вот, ну что, попробуем. Попробуем на руднике сейчас побегать. Не знаю, насколько опять хватит. Насколько мгновений нам хватит рудника. Ой-ой-ой-ой. Давай лишнее уберем, чтобы не нагружать компьютер. Лишнее, лишнее, лишнее. Снова сдох. Блин, смотри, трансляция идет, правда, трансляция продолжается, как бы. Типа продолжается? Да, типа продолжается трансляция, блин. Командный бой. Командный бой. Так, ну что? Ой, ой, побежали. Я там не люблю выбегать, потому что там сразу убивают.
Отличный выстрел! Твою мать, нет. Блин, вот не могу я прицел как-то у меня... Подожди. Ну-ка, стой. Я еще хотел... Ага. А вот здесь у меня... Стоп. А, блин! Отлично! Ай. Продолжайте взял, атаковать! Блин, все, нельзя менять уже. Нельзя менять, нельзя менять, нельзя менять, нельзя менять. О, по камушкам, по камушкам, по камушкам, по камушкам. По камушкам. Враг побеждает. Смените тактику. Да блин, да что ж такое-то, блин? Блин, вот вроде бы, вроде стрелял метко, вроде целка так стрелял. Целка метко или как правильно будет? Вот она, ой, командная работа. Вот она, командная работа, она, блин. Да блин, да ёб... Да что ж такое-то? Да бляха-муха, никак у меня прицел не держит. Враг побеждает. Никак прицел не могу держать. Ну тут еще отдача такая вот, базырки. Твою мать, опять 32. 32, блин. Нет, все-таки вот эти вот прицелы, это не мои. Нет, мои не тройные. Ненависть не стоит тихо, недооценивать. Стой, 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 стой. Где? Твою мать, блин. Зараза, за снайперкой сидит. Ну ладно, попробуем. Да? Думаешь, сменить? Главное, на что бы тактику менять. Вот что и самое интересное. Я бы поменял, блин. Ну ничего, стоящих предложений-то нету, блин. Что менять-то ее? Где неподалеку? Твою мать, блин, зараза. Опять 32, блин. Опять нахрен. Ну, блин, ни хрена мне этот коллиматор, блин, нифига не идет, блин. Ни хрена мне коллиматор на прицел, блин, не идет. Ни, ну никак, мне не прям. Твою мать, вот, блин. А народ сразу, блин. Я даже прицеливаться не успеваю. Я даже прицеливаться не успеваю. Вот тройной, мне как-то двойной, тройной, блин. Я хрен знает почему, но они не лучше идут. Мысли. О, нет, блин, что-то попал. Что-то попал. Что-то попал. Сейчас посмотрим, сколько я настреляю. Враг побеждает. Смените тактику. Сейчас посмотрим, сколько настреляю. Укрытие. Я перезаряжаюсь. Здрасте, приехали. Мечом прибежал? Ну, молодец, красавец. Я тебя прикрою. Так, оба. Тихо. Да блин, чувак, а чё спиной-то стоим? А чё спиной стоим? Отлично, продолжайте в том же духе. Ну давай, выбегай. Давай, давай, давай. Чувак, ты всё нормально сделаешь? Сейчас придёт. Сейчас придёт, блин. Ну давай. Блин, да это чё такое-то? Где? Я буду рядом. Бежит, блин. Нашего подстрелили. Наши? Ой. 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 Ой-ой-ой. 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 Ой, блин. Я с прицелом шел, блин. Кстати, между прочим. Ну-ка. Ай, рекламку не могу пустить. Рекламку не могу на канал. Ну ладно, потом. После битвы, блин. После битвы. Ну, давайте попробуем еще из кликлиматорного прицела, попробуем стрелять с кликлиматорного. Не могу все равно. Отлично, продолжайте в том же духе. Да блин, да ё-моё, сколько их было тут, блин. Я растерялся нахрен. Я растерялся, очень много народу было. Я, блин, не знал, по кому стрелять, блин. Я подожнем. Внимание.
Вижу движение. Враг убит. Блин, тут большой, все равно укрылся. Только мака. Ой, я упал! Ой, я упал. Ой, куда я упал? Ой, куда я упал? Ой, куда-то я упал. Мы лидируем. Ой, я буду упал. Нет, не потонул. Не сильно нахлебался-то. Твою мать! Блин, нет, все-таки не знаю, не мои это прицелы, блин. Не мои это вот эти прицелы коллиматорные, блин. Как они из них попадают, не знаю. Я ни хрена не вижу, и я что-то, блин... Спокойной ночи. Вот двойные, тройные, это мои. Это мои. Возмездие! Твою мать, блин, лошадь прилетела, блин. Здрасте. Так, со снайперка... Со снайперки прилетела. Все, Вика. О, мы еще и победили. Да ладно, не может быть, блин. Я так херово играл, а мы победили. Да, бывает. Ну-ка, стоп. Ага, все, понял. Так, поехали. Ну что, наставим плюсиков всем? Да все просто, все вообще красавцы, блин. Все красавцы-прекрасавцы. Все прям красавцы-прекрасавцы. Ой, меня похвалили даже. Да ладно, не может быть даже. Да ладно. Ой, я сейчас херово настрелял. Ой, херово настрелял. Ну, один. Да, сколько я там настрелял? 12-12. Ровно 1000. Вау, какой урон красивый. Вот это красивый урон. Не, ни хрена, блин, ребят. Не, что-то, блин, что-то не идет мне вот эти вот прицелы. Ну, вот нифига не мое. Вот даже двойной, по-моему, лучше будет. Ну, двойной, по-моему, даже лучше будет. Это стоит. И вот здесь вот тоже. Ну-ка, давай. А, двойной не открывается, да? Тройной. Ну, давай тройной здесь попробуем. А здесь... Вот ребята как-то умудряются. Я нифига не умудряюсь. У меня нифига не получается вот эти, блин, прицелы. Так, давай, снеговик. Ну, тут снеговик у нас, да? Ну, сейчас мы тебя присоединим. Сейчас мы тебя присоединим к игре. Сейчас мы тебя. Где у нас тут? Где у нас друг-то? Где снеговик? Нет снеговика пока. Нету? Так, ну-ка, где у нас тут денежки? Собираем. Собираем. Собираем ежедневные награды. А что у нас тут еще-то ежедневные? Два. Заходить в игру 2 дня подряд. Заходить в игру 3 дня подряд. 50 врагов. Одержать 5 побед. Провести 9. Нанести урон. Ой, как много всего-то, блин. 2, 3, 50. Подожди, это у нас ежедневные. Так, забираем. Забрать. Ух ты, сколько я уже забирал всего-то, блядь. Трехлоговый выстрел из пистолета пулемета. Выстрел из пулемета. Пулемет. Пистолет холодным оружием. Убить в голову оружием. Ударами в голову холодным оружием. Ближний бой, блин. Хлебали, блин, с этим ближним боем. Да ну нафиг, блин. Сплошный ближний бой, блин, там что-то у нас. Так, забрать. Все, и обмен трофеев. Нет у нас обмена трофеев. А здесь сколько? 230. Мало, по-моему, пока денежек. Ну ладно. Поехали дальше. Поехали, командный бой. И будем мы сейчас все-таки... Будем мы, блин, тройным играть. То есть, этим... Прицелом, как его? Двойным прицелом. Двойным прицелом. Потому что я не знаю, как они. Для меня он очень далекий. Во-первых, я прям даже со средних расстояний уже не могу прицеливаться, не получается. Только в упор, если он будет удобно. Не знаю. Но двойной, тройной, это мое. Ну, каждому свое. Каждому свое. Командный бой. Командный бой. Прикрою магазин силу. Пуст. Перезаряжаемся. У нас потеря. Где? Враг обнаружен. Я буду рядом. Ложись! Прикройте, перезаряжаюсь. Все в укрытие, быстро! Встречен враг. Открыл
Где? Ну, отлично. Давайте, выходим. Продолжайте атаковать. Вот, блин, не знаю. Мне вот этот прицел больше нравится. Я тебя прикрою. Где? Твою мать. Ай-яй. 96. Ай-яй. Вот она. 96. Командная работа. Ай-яй. Ну ладно. Ой, удивись, да что ж такое? 64, 90... 98, что ли, получается, я снял с него? О, ни хрена себе. Да зараза, блин. Ой, и нашего снял. Не дали мне дострелять в него. И даже нет, тройной даже больше мне нравится. Твою дивизию, да как так? А, это... Нет, это коллиматорный был, да? Нет, тройной даже лучше. Победа близка. Да, тройной даже лучше. Не бойся, я... Не двойной, а тройной даже. Да блин, какая отдача у нее. 96, нахрен. Ой, еще и снайперка пришла там откуда. Скучно падает. Так, тихо. Мы лидируем. Так держать. Да блин. Да где ты? Да что такое? Да блин. Да ё-моё, бляха-муха, да что ж такое? Пиздец просто. Прикрываю. Крындец. Ой. Отлично. Продолжайте. Вот там вот всегда снайпер сидит, да? Мы его сейчас выдавим, нет? Стреляют так, что голову не поднять. Да ладно. Можно поднять голову. Нужно. Поднимайте головы. Ой ты, блин. Ой ты, ёпарный этот бабай. Ё-моё. Ну-ка, стой. Вот здесь. Вот. Ой, умер. Ой, блин, да ё-моё, какая отдача, блин, пиздец просто. Просто пиздец отдача. Внимание, вижу движение. Где? Так, ну чё? Я патрон. Вот, блин, вот не знаю, двойной больше нравится. Твою дивизию, откуда ты, сволочь, блин? Прилетел, гад. Гад, блин. Так, ну тихо. Сейчас мы у тебя там. Да, блин. Не знаю, был там кто-нибудь, нет? Ой-о-о-о, на перезарядке, сука, 32, блин, снимает. Блин. Я под огнем. Осторожнее, они метко сами. Мы лидируем. Так держать. Где? Где? Один готов. Так, ну, тут, блин, трое было, блин. Аж трое выскакивало тогда. Меня прижали. Ну так я тогда на всякий случай туда хреначу, блин. А вдруг там кто-нибудь сидит? Где? Пусть почувствует страх. Блин, где? Я буду рядом. Ай-яй-яй-яй-яй, вот сволочь, блин, вот сволочь, я же так долго следил за этой точкой, блин. Блин, да что ты, что ты? В укрытии, я перезаряжаю. Осторожнее, они пристреляли. Сволочь, так долго тут стоял. Твою мать, 32, 64, 32. 32 снимает, блин, победа. Как я победил, я не знаю. Ай, крындец. Ой, отдача. Ой, какая же зверская отдача. У этой пушки просто неимоверная отдача, блин. Просто крындец, блин. Вообще же скач просто, блин. Так, ну что? Так, у меня там не очень, да, все это. Ну, в смысле, по статистике-то, блин, да что у нас там,
сыграть два матча, и почему-то, блин, почему-то 3 пишет. А как, блин? 3-5 наборов арсенала, я 2, то провести в игре 200. 10 тысяч урона, это мы обязательно нанесем. Так, что у нас там профиль-то? Ну-ка, что у нас там? 0,9, ё-моё. А урон 1338, ни хрена себе, блин. Только добивать не можем. Так, ладно. Ладно. А что у нас там, 2 полиен? Ну, поехали опять. Блин. Так, и попробуем мы все-таки тройную поставить на него, да? Сейчас я попробую тройную на него поставить. Насколько у меня тройной будет выйти. Да? Да. Так, стабилизация. Мы перезарим. А? Контроль вертикальной отдачи. Нахрен. Емкость магазина, да блин, потому что тут такая отдача, а если еще минус отдачу, то там вообще пиндец будет просто. Если тут отдачу убрать, то вообще жопа будет. Ой, то есть контроль отдачи убрать. Вообще презиндец будет полный. Полный презиндец. Так. Ну, давай, ищина. Сейчас мы КБЗ-ку свою прокачиваем. Блин, 22 уровень. Там до 40-го еще очень-очень-очень далеко. Очень-очень далеко. Вот, а зато 40-го будет стабилизация прицеливания, смотри. 10% скорость прицеливания. Это фигня. Вот, стабилизация при прицеливании будет, потом зверь, потом будет. Тут вообще будет вертикальная отдача 15%. Вообще. Смотри. И здесь будет стабилизация при прицеливании 50%. Контроль горизонтальной отдачи. Меняет отдачу с фиксированной на случайную. Воу, тут, блин, вообще круто-круто будет. Прям тут вообще такое. Так, ну чё? Чё у нас там? Чё у нас по событиям? Чё у нас по пропуску? Так, чё у нас по пропуску? Ежедневный. Выстрелил голову. Так, пистолет-пулемет. Пистолет-пулемет положить из пулемета. Пулемет и пистолет-пулемет куда-нибудь. Ну давай и пулемет и пистолет-пулемет куда-нибудь положим, да? Куда пулемет положить? Давай сюда, что ли? Сменить Тенфал на пулемет. Пистолет-пулемет. Выбрать. Оружейное. Тоже двойной, ну да, тут двойной, тут тройного нету. Так. Оу, поехали опять. Из пистолета-пулемета постреляем? Ну давай попробуем пистолет-пулемета и КБЗ-кой, да? И КБЗ-кой. Блин, и пулемет надо взять. Готовимся! Оу. Прикрываю. В меня попали. Осколочная. Первое убийство. Давай, мать! Перезаряжаюсь! О, блин! Ой, блин! Ой, блин! Ой, блин! Враг побеждает! Ой, блин! Ой, ты, блин! Пуст, перезаряжаю патронов! Ложись! Отлично! Продолжайте атаковать! Один, ой, блин, вот твою мать! Ай-яй-яй, все, патроны закончились, блин! Да, пистолет-пулемет нас... Ой! Вот и, блин! Так, тихо! И пистолет-пулемет! Вот она, пистолет-пулемет! Ну что, пойдем на эту? Как вот? Вот она, командная работа! Ой, блин! Ой! Быстро заканчивает патроны, конечно. У пистолета-пулемета. Враг побеждает. Нужно переломить его. Добавляйте обороты. Бросаю гранату. Мой мать! Ай-яй, не попал! Ай-яй! Прикрою с тыла. У нас потери.
Ну-ну-ну, выходи, давай. Ну, снайпер, накинь я пистолетопулемет, потому что снайпер. Вот это будет жесть. Вперед! Победа близка! Ой, мать, блин, 7-8-9! Так, ой, а у меня нет этого? Нету. Иду следом за тобой. У меня нету, блин. Твою мать, а я опять. Твою дивизию, блин. Твою, блин, на 6.42, блин, ну заканчиваются патроны, победа, блин, пистолетик, понимаете, блин? Конечно, да. Враг побеждает. Нужно переломить ход боя. Вот. Ай, блин! Зараза перезаписала. Да. Ой-ой-ой-ой. Да, блин. Где? Так много вас. Ой-ой-ой. Вышел прям меня в упор. Где? Враг побеждает. Где? Тактику. Да, блин. Да, нахрен, блин, вас. Что-то вас так много. Что-то вас как очень много, блин. Побежали. Так, а что у нас? А, ну да, мне же из пистолета пулемета надо было задание выполнять. Пошли. Враг побеждает. Блин. Нужно переломить ход боя. Выходит утром на балкон. Оранжевое лето берет тару в руки он. И целый день поет куплеты. Ой, блин, ну ёпарный разбабай, блин, да ты ж стрелял же, блин, да что ж такое-то, блин. Враг побеждает. Да что ж такое-то, враг побеждает, блин. На что-нибудь крупное менять. Ну, выходит. Ой, как они там давят так хорошо. Вдвоем. Ну, вас сейчас раздавят, нет? Или что, подождать мне здесь? Или все-таки к вам? Ну, давай к вам. Ой. Надежда еще есть, враг побеждает. Нужно переломить ход. Твою мать! Ну вот почему-то меня. Не их, а меня. А они там, а их там двое было, а меня убили. А там двое было. Выходи. Куда? Прикончи! Да, конечно. Бросаю гранату! Враг побеждает! Смените тактику! Блин, красавец, там, блин, поражение, поразились, блин, ёпарный бабай! Их ты, ёхта-мухта! Какой-то, ё-моё! Чё-то меня тут застрело опять! Так, ну чё, лучи света! Ну да, понятно, мы команда, конечно! Я там настрелял-то, блин, как мы команда прям! Прям как будто я в самой-самой как бы командир, блин. Так, тихо-тихо. Вот, вот. А, нет, вот так. Да? Так, что у нас тут? Что по событию-то? Так, сыграл. Что, ежедневно все выполнил, что? Урон, понятно, нанести. Арсенал я сейчас открою. Три дня, два, в процессе сыграть. 15 дней в игре, да, заходить. Я 12 только заходил. Да. Что-то как-то мало, да? Пропуск. Блин, я же стрелял. Убить трех врагов, выстрелил в голову из пистолета-пулемета. Выстрелил в голову из пулемета. Блин. И все-таки. А тройная вообще круто, блин. Это 2-0 в целом. А тройного пока не открывается. Не открывается. Так, ну что? Давай вместо ФАМАСа возьмем
Давай сменить, давай пулемет возьмем. Давай пулемет возьмем. Какой у нас? Этот Вега? Нет, Крионика. Галактика. Ну-ка, стой. Кстати, между прочим, отличается везде, везде свой прицел отличается. Двойной. Да. Давай. Давай, поехали. Ну, давай, поиграем. Так, что у нас там? Херово еще набил. Ну, урон, кстати, хороший был. О, нет, 1.14, не прям херово. Урон, блин, 8.7 всего-то, блин. Ту, чувак, 32 аж набил. Вот это зверюга, блин. 28. Вот это звери. Вот это звери, блин. Ну, правильно. О, как ровно. 2-2-2-2-2-2-2. Красавец, блин. Ну, вот это молодцы, да? Вот это набивают, блин. А мы так просто... Мы между делом так бегаем, шляемся, да. Типа нам заняться нечем, да? Какие веселые вылеты у нас происходят, мальчики и девочки. Приветствую вас еще раз. Еще раз. Эх, раз, еще раз. Еще много-много раз. Да. И еще много-много раз мы вас будем приветствовать сегодня. Я так чувствую, блин. Да уж. Да, это точно. Это точно. Здрасте. А, ну, запускаем, нам не надоест, да? Я первый раз, бабай. Давайте вместе мы поржем. Как они, блин, я не знаю, как они из коллиматорных стреляют прицелов. Без понятия. Без понятия, как они из коллиматорных прицелов стреляют. Вообще не знаю. Вот. Ну, я говорю, у меня не выходит. У меня даже вот на этом коврике не выходит. Не знаю, мне вот лучше скользит. Вот этот коврик почему-то лучше скользит, лучше прицеливает. И между прочим, так, стоп. Огонь. Постой. Ну-ка, стой. Во. Нет, нет, нет. Погодь, блин. Да я вот испытываю... Стрелочка, как у меня, лучше двигается мышка, блин. Нам его точнее прицеливать будет мышка. Так. Хоп-хоп-хоп-хоп. Погодь. Так. Хоп. Костой. О-о-о, как летает-то. Блин, ну-ка стоять. Вот, вот так вот лучше всего, наверное, мышка. Который раз сегодня уже запускаем. Сейчас у нас вылетает. Ой, ухаха, ухаха. Да. Ну что, классика. Кто у нас тут с друзей-то, блин, пришел-то у нас? Skywalker. Walker. Skywalker. Это не снеговик, случайно, Skywalker? Или это Skywalker? Skywalker просто, да? Так, ежедневный выстрел в голову. Пистолет, пулемет и из пулемета. Ну, я взял все, да? Я взял и то, и пулемет, и пистолет, пулемет у меня, и пистолет, пулемет, и пулемет у меня есть. Воу, 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 опять поместье, блин. Да что ж такое-то, одно поместье, блин. А там рейтинговые матчи не надо сыграть? Потом еще пойдем рейтинговые матчи сыграем. Сейчас надо посмотреть, кстати. А потом еще и рейтинг поиграем.
завоюем там весь рейтинг у нас, да, товарищи вы. Ой, а погода замечательная. Лапуся у нас там работает? Лапуся, ты у нас там работает? Нет. А она ни хрена не работает, она бездельничает. Я работяга тоже, мне, блин. Ладно, я, блин, бездельник, я даже не претендую. Я вообще, я даже без претензий. Я тебя прикрою. Продолжайте атаковать. Меня призвали, получается. Твою мать. Подожди, а что у меня там? Погодь, ну-ка, стой. Мы лидируем. Так держать. Погодь, ну-ка, стой. Ду-ду-ду-ду. Вот она, командная работа. Где? Блин, да, блин, да. Ой, там приляж. Опа, прилег и еще один. Опа, блин, ни хрена себе. Стоит недооценивать. Вот это у тебя. Ой, да, блин, ни хрена себе пулемет горит у нас, парень, блин. Ой, да, блин. Ой, да, блин. Обороты. Ой, да, блин. Ой, да, блин. Ой, да, блин, мы выходим. Ой, да, блин. Ой, да, ё, наконец-то меня подорвали гранатой, что ли? Победа близка. Гранатой? Неплохо, неплохо гранатой. Так, и мне... Дожди, а почему у меня так прицел? Вот, смотри. Внимание, вижу движение. Мы лидируем. Так, я перезаряжаюсь. Тихо. Твою мать! Нет, не успел. Ой, как он полетел-то! Ой, красавчик. Ой, красавчик, блин. Ой, красавчик. Полет у него красивый. Еще один полет. Ой, блин. Ой, да, блин. Блин, пулемет херачит просто, блин. Ну, выходим. Давайте, ну. Я здесь прям, Спасибо. Обе гранаты. Вы точно гранату сюда шмаляете, блин. Ребята, блин. Это прям даже неинтересно. Вы мне так гранаты туда херачите. Спокойной ночи. Ну, выходит. Нет. Блин, вот за пианино. А, вот за пианино. Ага, вот так. Сейчас ее убьют, и я буду. Я буду тут героем, блин. Ну давай, выходи. Давайте. О, граната прилетела. Сейчас кто-то прибежит. Мы лидируем. Ну, ты, девка, да, блин, ну ты, алло. Ну, давай тогда пойдем туда. Давай тоже. Давай. Давай, тихо. Твою мать, блин, да зараза, да что ж такое-то, не попался, блин. Отлично, продолжайте в том же духе. Да, думаешь? Думаешь, в том же духе тоже хорошо будет, да, неплохо? Ой. Нашего убили, я под огнем. Спокойной ночи. Блин, тихо. Я тебя прикрою. Ой, что это жопа так у него прям зависла-то, а? Прилег. Сейчас граната не опять, бля. Твою мать, нет, не получилось. Так. Что-то у меня этот, вот, на прицеле медленнее двигается. Ненависть не стоит недооценивать. Пусть почувствует страх. Да блин! Перезаряжайся. Замечен враг. Так. Тихо. Ты. Продолжайте в том же духе. А еще опять граната прилетит. Да вы ее дубли зарога, блин. Откуда? А, нет, это другой вышел. Так, ну что, пошли опять в эту заставу или как это там? Поместье, блин. Пошли поместье. Пулемет прямо сжигает. Твою мать, да ладно. Че, я последний выстрел, что ли, сделал? Я рекламку забыл бросить, блин. Я забыл бросить рекламку. Ну че,
Галактика, блин. Так, я настрелял там с пулеметом, но пулемет просто сжигает, блин. Так, вот этот лобби. Я, да, убил из пулемета. Выстрелил из пулемета. Отлично, блин. Я убил из пулемета. Так, выстрелом был из пистолета. Так, холодным оружием. Ударом был холодным оружием, ближний бой. Выстрелом был из пулемета, да. И из пистолета-пулемета надо стрелять, да. Ну ладно. И еженедельные 50 врагов. Убьем, убить P25, одержать 5 побед, заходить в игру. 10 сыграть, 10 матчей сыграем. Заходить, провести в игре 10 минут. 5 врагов. Марксманская. Ой, из марксманской. Убьем сейчас. В режиме подрыв. Точка А, точка Б. Из марксманской. Обязательно. Сейчас марксманскую возьмем. Обязательно возьмем марксманскую. Все непременно возьмем марксманскую. Оружие. Так, ну что, пулемет пока отдаем. Пулемет у нас просто, блин, вообще бесподобно стреляет. Так, сменим на штурмовую, на ФАМАС опять, да? На ФАМАС Галактику. И ФАМАС Галактику тройной, да? Тройной кольцо. Да. Так, выбрал. Все, ФАМАС Галактику. И из пистолета-пулемета сейчас будем дальше стрелять. А что у нас был пистолет-пулемет? Прицел-то двойной был, да? Блин, тройной не открывается. Ни хрена не открывается тройной. А тройной на каком у нас откроется? На, блин, на 29 уровне. Это ж сколько ж надо дойти-то, блин. Ух! Ой, много. Ой, много. Все, да, сразу побежали. И опять поместье. Ну, ребята, блин, поместье у нас сегодня просто лидирует, блин. Поместье у нас на первом месте. Поместье на... Готовимся. Ну, красиво, ничего не скажешь. Так, готовимся. Что готовится? Пошли. Почему готовится, блин? Первое убийство. Как вон там? Кончили. Ой. Как плотненько она садит-то, блин. Смотри. Главное, тихо. Отлично. Продолжайте атаковать. Ой, кто-то там помог мне. Это, по-моему, не я был, да. Продолжайте атаковать. Ай-яй, тихо. Твою мать, ой, как быстро они выскочили-то. Йо, да, вот это звук был. По-моему, звук был реально йо, блин. По-моему, реально было йо. Вот она, командная работа. Укрытие, я так, перезаряжаюсь. Да, блин. Патронов не хватает, ни хрена. Твою мать. А вот йо было там. Йо прям звучало-призвучало. Йо. Не зевай! Спокойный. Побежали. Ой-ой-ой! Тихо, чувак, ты что? Ой, наши. Не сбавляйте обороты. Наши. Да блин, ай! Ой! Ой, блин, ой! В жопу прилетело, блин! Ой, весело было, блин, это было ржачно, блин! Это ржачно было! Ай, блин, как же патронов мало, блин, в этом пистолете-пулемете, блин, просто! Просто очень мало патронов! Укрытие, я перезаряжаюсь! Ой! А, вон ты откуда стреляешь, я понял тебя. Враг побеждает. Нужно так, переломить ход боя. Да? Перезаряжаюсь. Ой ты, блин. Тихо. Я тебя прикрою. Обнаружен враг. Тихо. Ой ты, блин. Это твои? Да бляха, муха! Прикончили. Да что ты? По мне стреляют! Перезаряжаюсь! Твою мать! Опять патронов не хватало. Не хватило. Твою дивизию, да что ж такое-то, блин? Смотри, ой, урон-то какой, блин. Патронов не хватает.
Патронов не хватает, чтобы добить. Вообще ни хрена не хватает. Проблема. Проблемы с патронами. Так, поместье. Захватили. Я тебя прикрою. Засек врага. Внимание, у нас потери. Цель устранена. Перезаряжаюсь. Ну, выходи. Ай, блин. Ой, зараза, блин. А, со всех сторон пробежали. Да, из ППшки тяжело стрелять. Перезаряжаюсь. Блин, как ну, непривычен, да. Урон у него маленький, потом... Который раз? А, третий, да, четвертый раз за сегодня эта сволочь вылетает. Падла, блин. Так, рыдец. А мы будем его добивать, а мы будем его домучивать. Да? Да, Ленка? Лапуль, ты что нам делаешь, лапусечка моя? Скажи, мы когда гулять пойдем? А, ну да, еще немножко. Ну что, я даже час еще не стримлю. Давай мы потом поужинаем и пойдем гулять, да? Да? Ну да, хочу. Я не знаю, полчасика или сколько, да? Лапуль, можно? Можно, можно? А ты что там делаешь? Ну-ка расскажи мне. Я чё? Смотрю, где мы будем в Туле кушать. Где мы что будем? Кушать. Где кушать? А в Туле кушать. Туле кушать. Я говорю, думаю, что за Туле кушать? Кто такой Туле кушать? Где мы будем в Туле кушать? Хорошее слово. Туле Мы даже, падла, не успели загрузиться, у нас опять вылетело. Воу! Ой, какая неприятность, ой, какая радость, ой, какое веселье. Да уж. Не знаю, процессор перегревается или что тут происходит. ХЗ его знает, блин. Ребята говорят, может процессор перегреваться, блин. Вроде бы. Только с чего он нахер перегревается, если новый компьютер, блин? Улер там говно или что там, блин? Я ХЗ его знает, короче, блин. Вот. ХЗ его знает, что может происходить. Ну что? Зайдет у нас Battle Teams 2? Сейчас еще раз. Нет. Попробуем мы, да? Машину возьми, только мы старый компьютер заберем. Ля-л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 я
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну чё, ой, блин, трансляция пошла, да, у нас? Я запускаю уже 85-й раз, ребятушки. Вот. Пытаюсь запустить трансляцию. Пытаюсь, блин. Вот. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Она меня перегружается, перегружается и перегружается. Компьютер. Компьютер. Надо, короче, в службу поддержки написать, ребята. Спасибо вам, блин, за комп такой прекрасный, за ваших сборщиков, нахрен, блин. Которые собрали нам такой прекрасный комп. Да, вот, блин. Сука, в ДНС там собрали. Сборщики, блин. Не умеете собирать, ребята? Нехрена собирать, блин. Лучше, блин, или готовый бы купил, блин, или уже это... Пиздец просто, нахрен, блин. Так, ну что? Ну что? Что? Подтвердите, начать трансляцию. Вот интересно, он сам сделается компьютер? Вот сам он начнет работать нормально? Или все-таки его надо будет там... Ну, а вдруг он хренак и наладится? И вдруг оп, и перестанет вот это вот все вылетать, вот это все, вот эта херня, все перестанет. М? А вдруг? М? А вдруг? А кто его знает, да? Ну так неожиданно так. Да опа, блин. И компьютер такой, да, типа, да. Все нормально, блин. Все. Я готов к работе, готов к труду и обороне, блин. Вперед, чувак, блин. Да? Давай, будем работать нормально, адекватно, блин. Он не будем вылетать. И будет у нас все в порядке, будет у нас все хорошо. Будем мы с тобой жить дружно, блин. Вот. Дружно и весело. Прекрасно и замечательно.